Джон? Это ты? Капитан? Что вы здесь делаете? Здесь моя жена. Чтобы не было как в том году. Простите. Я не знал, что муж это вы. Провожу идентификацию. Готово. Все оружие блокировано до вашего выхода. Все чисто. Добро пожаловать. Часть этого региона занята огромным смоляным поясом. За ним находится крайний узел, последний бастион цивилизации в этих краях. Последний город. Как только ты подключишь его с помощью Юпида, хиральная сеть покроет весь континент. Возрождение Америки так близко. И помни, именно там, в плену Амелия. Нам нужно вернуть ее домой. Прежде чем ты перейдешь смоляной пояс, нужно завязать еще один узел. Хартман поможет тебе. Сэм, я хочу, чтобы ты принес мне кое-что. Во-первых, жетоны, что ты взял у того солдата. Положи их в карман, чтобы не потерялись. Во-вторых, труп мамы. На ее теле никаких признаков некроза. И лично мне бы очень хотелось узнать, почему. Если мы это выясним, то это, возможно, пригодится нам в борьбе с выходом смерти. Скажем так. Осталась одна минута. У меня мало времени. Ты готовься. Я буду ждать. Официальный заказ в терминале.
Готова, Сэм. Позаботься о ней. И не бойся, некроза не будет. Она особенная. Будет забавно, если эти наши Ха окажутся ключом к спасению. Разрешено. Thank you.
Зарегистрировано. Жду подключения Кьюпида. Пожалуйста, доставьте труп в комплекс. Отлично. Хартман? Подача разряда. Отойдите. Ну, ты, можно сказать, застал меня врасплох. Рад тебя видеть, Сэм. Прости, я не хотел тебя пугать, но я такой, какой есть.
А, да, положи ее туда. Опять безуспешно. У тебя что, сердце останавливается? Каждую 21 минуту. Я провожу 3 минуты на берегу и возвращаюсь. 60 смертей и воскрешений в день. 60 шансов отыскать на берегу мою пропавшую семью. Так я и живу. Вот моя жизнь. Тебе, конечно, довелось побывать у шва огромное число раз, но мой счет все же повыше. 218 500 49. Я вижу себя в этом кратере. Свою жену и дочь. Как будто смотрю на свое сердце. Это называется кардиоформия миокарда. У меня крайне необычный случай. Могу показать. Ты видел когда-нибудь сердце в форме сердца? Нет, ты посмотри. Это не наследственное. Я так и не смог смириться с их гибелью. В последующие дни я стал одержим одной идеей, что берег существует, и они на нем. Я вызывал у себя остановку сердца на целых 3 минуты и искал их снова и снова и снова. Чтобы просто попрощаться? Наоборот. Считается, что у каждого свой берег. А вдруг и загробная жизнь разная у всех? Эта мысль меня ужасает. Вечное одиночество. Вот почему я решил отыскать своих родных. Чтобы последовать за ними. В смысле умереть? Если смерть нас воссоединит, то да. Но столь высокая нагрузка сказалась на моем сердце. Мышца сильно деформировалась. И со временем люди стали меня называть исследователем берега. Хартманом. Я очень рад этому разговору. О. А, тело, которое не мертвеет. Без признаков разложения. Как будто она все еще жива. Идеальная мумия. Безупречный труп. Ты чего? Ты ведь кое-что еще должен был доставить. А, нашел. Узри. Подожди, Дедман. Судя по всему, это пуповина. С виду человеческая, вроде. Но это был не просто канал между плодом и плацентой. Больше похоже на нить твари. Это от мамы? Да. Тело, которое не мертвеет, и пуповина, соединенная с берегом. Это удивительные находки, Сэм. Мое больное сердце просто ликует. 5 минут до остановки сердца. Извини, Сэм, но скорее всего нам придется прерваться. Мне нужно вернуться на берег и продолжать поиски моей жены и ребенка. Один человек, один берег. Таково правило. Но я исключение. Мой берег соединен с другими, как будто ему вставили коронарные шунты. Может, все дело в моем необычном сердце. Я точно знаю одно. Я их найду. С каждым визитом вопросов становится все больше. Но однажды я найду ответы. Да, найду. До остановки сердца. Поля битв
Эти бесконечные ловушки – отголоски мировых войн. Почему солдаты скитаются по берегу спустя столетия после смерти? Обычно души почивших там не задерживаются. Берег – всего лишь коридор, по которому они проходят в потусторонний мир. Но сожаление, обида, сильное желание остаться, если эти чувства достаточно сильны, они могут породить совершенно другой берег. Общее чистилище для армии проклятых. Клиффорд Унгер. Его горе и злоба, и твой ББ, ставший чем-то вроде катализатора, внесли в наш мир эти поля битв. 2 минуты до остановки сердца. Пройдите в безопасное место. Это лишь теория. Думаешь, это Хиггсом управляет? И остальными? Примите неподвижное положение. Не знаю. Но все указывает на то, что они здесь из-за Хиггса. Осталась 1 минута. Держитесь за что-нибудь. А, чуть не забыл. У меня к тебе просьба. Активация охранных систем. Ты пока просто передохни тут. Время останавливается на берегу, но не у шва. Тебе покажется, что прошло всего-навсего 3 минуты. Мы скоро продолжим. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
ничего. Визит номер 218550. А, прости, о чем мы говорили? Я привык к циклам по 21 минуте, но для первой встречи тет-а-тет этого маловато, чтобы успеть все обсудить. Тяжело, наверное, так жить. Да и нет. Когда привыкаешь, как я, это не так уж и ужасно. Дефекация, умывание, питание. Большинство основных жизненных функций легко укладывается в 21 минуту. Вот со сном сложнее. И с контактами, наверное, вербальным, физическим. Но человеку в моем положении это особо не грозит. Ты любишь читать? Слушать музыку? Кино? Я вот без дела не сижу. У меня есть подборка песен, телесериалов, очень интересных короткометражек и рассказов. Как раз хватает на сессии по 21 минуте. Все это было создано до выхода смерти, разумеется. Но если честно, моя 21 минута здесь – просто передышка, и все. Отдых перед тем, как снова выйти на поиски. Пусть мое тело здесь, но моя душа на берегу. Я уже умер. Я знаю это чувство. У меня семья погибла. Надо же. Не ожидал, что ты со мной будешь настолько откровенен. Я читал про то происшествие с твоей семьей. С моими близкими тоже произошел несчастный случай. Я лежал в реанимации после операции на сердце в городе. Когда стало ясно, что мое состояние стабильно, жена с дочкой поехали домой взять кое-какие мои вещи. И они попали в выплески пустыни. Город и больница не особо пострадали, но от удара вырубилось электричество и система жизнеобеспечения. Я очнулся на берегу. Там были люди, погибшие в тех двух выплесках. Что случилось? Что происходит? Я увидел в этой процессии свою жену и дочь. Эй, это я! Куда же вы? Стойте! Не уходите без меня! Нет! Не уходите! Пожалуйста, не уходите! Потом включилось аварийное питание, и дефибриллятор вернул меня к жизни. Спустя 21 минуту после остановки сердца. Тогда я видел свою семью в последний раз. Это мое сердце стало причиной нашей разлуки. Но благодаря ему же мы с ними увидимся вновь. Оно определяет меня. Я Хартман. С тех пор
я брожу по берегам других. Я следую по стопам моей жены и дочери, а когда устаю, возвращаюсь сюда и берусь за работу. Но вот что странно. Мое сердце останавливается, а боль продолжается. А у тебя есть семейные фотографии, Сэм? Жаль. 5 минут до остановки сердца. Пока ты не отправился обратно на берег, объясни, что я здесь делаю. А, конечно. В этой области есть пункт выживальщиков. Наши ученые изучают там материал, относящийся к периоду до выхода смерти. Какого рода материал? У Земли долгая память. Ее пласты – это летопись событий самого начала времен. И эта летопись пережила даже выход смерти. Эти ученые – мои коллеги по предыдущей экспедиции. Нужно, чтобы ты подключил их к хиральной сети. Амелия предложила разместить научные пункты вдоль этого пояса. Это единственное известное нам место, где есть сохранившиеся ископаемые позднемелового периода. Это когда исчезли динозавры. Считается, что последние из них жили здесь и только здесь. Понимаешь, эта земля скрывает в себе воспоминания о массовом вымирании. Что-то из этого может стать подсказкой для нас. Именно с таким расчетом Амелия и разместила здесь нашу вспомогательную группу. Прошлое информирует настоящее и помогает построить будущее. Вот что она внушила нам, прежде чем отправиться на запад. 3 минуты до остановки сердца. Да уймись ты. Я выключу звук. Позднее одно необычное происшествие произошло в смоляном поясе у краевого узла. Невероятные объемы смолы вырвались на поверхность, поглотив огромную территорию многих моих коллег и хиральный пункт. Этот инцидент не поддается объяснению. Думаешь, в этом виноват Хиггс? Не знаю, но этот пункт был нам нужен. К сожалению, без него нельзя протянуть хиральную сеть на запад. Поэтому я прошу, чтобы ты помог нам построить новый. Он будет скромным. С нашим обеспечением на многое рассчитывать не приходится. Не как узловые города. Это уж точно. Но узел есть узел. Сэм, пожалуйста, возьми Кьюпит, подключи ученых к сети и отправляйся к Амелии. А после мы перейдем к нашей главной задаче – изучению выхода... Сэм, ты слышал? Возьмешь заказ в терминале доставки. Наша главная цель в этом регионе – построить пункт взамен того, который уничтожила смола. Первый шаг – подключить. Ничего не знаем ни о состоянии Амелии, ни о планах Хиггса. Нас это беспокоит не меньше, чем тебя. Мы ничего не узнаем, пока не доберемся до крайнего узла, а значит, сначала нужно подключить регион. Тебе стоит начать с геолога и палеонтолога.
У палеонтолога есть что-то для эвобиолога, так что советую оставить ее напоследок. Так ты сможешь на один заход и сделать доставку, и подключить точку. Возвращайся, когда все трое будут в сети. И мы сможем начать работу над заменой утраченного пункта. Изучала окаменелости, исследуя доисторические случаи вымирания видов. Они уже давно занимаются раскопками, и, похоже, у них появились признаки заражения Хирали. Явно из-за контакта с Хиралием в ходе грунтовых работ. Они не смогут продолжить работу, пока там все не будет очищено. И пока сами не выздоровеют. Ты должен принести им реагенты для очистки от Хирали. Подача разряда. Отойдите. Слой, который изучала наша группа, относится к концу мелового периода. В это время произошло массовое вымирание видов. Динозавры исчезли, и Землю унаследовали мелкие млекопитающие. Это самое недавнее событие Большой Пятерки и самое крупное вымирание видов в истории планеты. В общем, они обнаружили что-то поистине невероятное. Угадаешь, что это? Берег окаменелостей. Если все подтвердится, то это в самом деле поразительное открытие. Поэтому, Сэм, очень важно, чтобы ты отнес туда эти реагенты как можно скорее. Термоковрик. Незаменимый предмет экипировки для холодной погоды, особенно при перемещении по заснеженным горам. Арман рассказал тебе про озеро. Как-то атака навсегда изменила его жизнь. Он не только потерял тогда семью, но и сам чуть не погиб. У него была остановка сердца на 21 минуту. В обычных обстоятельствах он бы умер. Его спасла терапевтическая гипотермия. Но 21 минута на том свете изменила его навсегда. Возможно, из-за шока его дум-способности усилились. Теперь он при каждой возможности выходит на берег искать родных.
Извини, Сэм. Ты прибыл ко мне издалека, а я даже не попрощался с тобой как следует. Будь осторожен. Как я уже говорил, здесь многое напоминает о смерти и уничтожении. Неудивительно, что твари заходят сюда намного чаще. Помнишь модели в моей лаборатории? Они были созданы по рассказам свидетелей. Наверное, они показались тебе странными. Ведь ты же так часто встречался с ними настоящими. Ты знаешь, что делать, Сэм. Сканируй. Сканируй удостоверение. Удостоверение Fragile Express.